На этот раз я решил войти в храм, показать вам, что же японцы делают на первые числа января в храме. Вот здесь выход уже находится, а вот здесь вот вход, и вот там очередь. Ну что ж, мы пойдем в начало очереди. Спонсоры. Те, кто помогали строить этот храм. Тут находится еда. Тут же надо руки пообмыть. Тут, там в этом. Там впереди идет ворота. Через них проходишь прямо туда. Храм. Надо в колокольчик позвонить, в ладоши хлопнуть, кинуть монетку. Примерно такое. Кстати, здесь недорого все стоит, по 300 йен. Ну, где-то что-то по 500, но так, в принципе, по 300. Ладно, мы руки идем этих мыть. Все. あと仕事、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 
Называется обереги там разные от всяких болезней, от, для денег, там, для счастья, там, для всего-всего. Здесь вот так же. Там вот всякие желания вешают на деревянных табличках. То есть берут, пишут то, что пожелания. Тебе там, семье и все там. И вывешивают туда. Также вот туда вот листочки тоже это берут, пожелания берут, а потом их это туда вот вешают на это, листочки туда завязывают. Ага. А, Асакуда-ска. А то. Арева. Омикуджи-ке. Проминна. Вакаримасу омикуджи. А, вакаримасу. Котоши но унсе. А, ага. Ну, кёва, коры-коры да хера, чё? Со, омикуджи ва, ма. Со. Токи-доки, токи-доки ва, арена, со-со. Ну, вакаранай дес кара, со, значит. Симпач ты, ма. Со, это котоши но унсе. А. Урана. А то, а, чё-то никонго, нёку вакаримасу, да, со. Йомникуй, да, со. А, со-со. А. А здесь вот находится место, где люди моют свои деньги для приумножения капитала. Там, кстати, вот рыбы плавают. А это да. Тут люди подсказывать решили, как тут что? Все. Монки. А, монки. А, монки. Мощерой.
猿回しっていう、あ、猿を使ってショーをする。そうそう、すごい。今回公演させてくださいました。どうしたの？символ храма. Не только здесь можно. Да, можно. Вот такая вот макака там сидит. Обезьянка. Кальмар сушеный. Минтайко. А, минтая. Чоколад. Банан. Яблоки, карамели. Тут сахарная вата. Это что такое? А это можно выиграть. Так, no game. Кукуруза. Вот тоже кальмары. Пару. Здесь, а вот вот эти такояки. Все. И вон такояки. Не, здесь под. Под кандрит, не? А мы не пишем. Эй. Вон висут стрелы. А там вот кебаб. Кебаб. Ну, такаяки вкуснее, чем кебаб. А, шесть штук. Шесть. Да, да. Что, возьмем такаяки, они классные. Там внутри вот что входит. Там, значит, кальмар, это осьминог точнее, имбирь, разные ингредиенты. И заливается это все таким, как это, тестом. Там обжаривается, вот так вот и закручивается там. В целом, вкусная штука. Рекомендую, если будете в Японии, обязательно попробуйте. Также здесь есть краги. Это курица в темп, таким кляре, можно так сказать. Это поджаренная на масле. В масле. Также есть здесь кебаб называется. У нас они называются шаурма, здесь они называются кебаб. 600 йен. В целом нормальная цена. Даже народу много стоит. Здесь есть лимонад. Окей. 250 йен лимонад. Думаю, вкусная штука. Это Chinese dumpling. Это китайские эти самые, типа. Как они называются-то? Ну, в общем, пельмени, грубо говоря, практически пельмени. Вот рыба. 600 йен за одну штуку. Как вот она коптится у огня.
Здесь у нас что? А, это и наш якисоба. Да? Да, якисоба и... Омрайс. Да, в основном якисоба здесь. А, канамияки, вот, я помню. С яйцом. Дальше здесь это у нас идет сладкая картошка. Обжаренная такая. Там стаканчик. Прям замороженный он что ли жарит, да? Это вот гриль здесь. По шашлыка белый. 600 йен. Вот стик этот, а сосиска 3-4 ранку. Сосиска 1000 йен. Допустим, так. Вот. Что-то еще здесь есть. Пойдем глянем здесь. А, вот здесь тоже всякие сосиски. Интересная штука. Так, что здесь, с этой стороны? Там лимонады разные. Супы там, да, мисо и так далее. А здесь картошка. Картошка и сыр. Вот такие вот в стаканчиках разные, как соломка. Идут. Как макароны, наверное. Жареные. Вот такой вот храм. А сюда людям приносят свои, скажем так, то, что они здесь купили, или, может быть, они там не купили. То есть старые, может, приносят. Что? Туда вот выбрасывают. Ну, а с вами был Дэн. Ну а с вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч!